Угроза в виде России, которая мерещится странам Запада, заставила НАТО провести масштабное учение в Польше. Это одни из крупнейших маневров Альянса за последние несколько лет. Задействованы больше 10 тысяч военных из подразделений 9 стран. Как раз взаимодействие войск союзников и отрабатывает НАТО. Наши корреспонденты следят за передвижением войск. В 7 утра, Поморская, Дравска, Польша. В почти безоблачном небе появляется 5 самолетов польских воздушных сил и британский «Геркулес». В них больше 300 польских и английских десантников, которые с высоты 400 метров готовы обрушиться на врага. Хоть это и не война, а только упражнение, солдаты настроены более чем решительно, словно готовятся со дня на день подняться по настоящей тревоге. У нас ежедневно учения на протяжении 2 недель. Каждый день разные задания выполняем. Сегодня вот были прыжки с парашютом, передислокация, нахождение на поле боевых действий и другие задания. Самое главное — это нормально долететь и выполнить свое задание, при этом не поломать кости, чтобы стропы не запутались. Время играет очень важную роль, требуется как можно скорее покинуть это поле и попасть в лес, так как тут небезопасно, и врагу будет удобно атаковать солдат на открытой местности. Британским десантникам в Польше особенно сложно. Незнакомая местность, чужая экипировка. Мы предоставляем первоклассных бойцов, выполняющих миссии на стороне поляков, которые планировали эту миссию несколько последних дней. Вчера солдаты прыгали ночью, а в лесу они проводят осмотр позиций противника. Сегодня прыгает главная часть войск. С самолетов сбрасывают несколько сотен килограммов груза. В таких контейнерах во время войны можно доставлять пехоте дополнительное снаряжение и оружие. Все, что пригодится во время массивного наступления. Нашим заданием, я кажу мне же... Нашим заданием является достичь наиболее эффективной готовности к бою, и на этом мы сосредотачиваемся. Мы не знаем, какие нам команды будут давать сверху, но главное, что мы будем к ним готовы. После приземления парашютисты выполняют важнейшую часть задания — захват 4 мостов. Однако прежде они должны перегруппироваться, а потом совершить марш-бросок в несколько километров по направлению к цели. В другой части Дравска вместе с поляками разъезжают на Абрамсах 200 солдат американской танковой дивизии. Сюда их перебросили из техасского Форт-Худа. А всего в Польше и Прибалтике сейчас тренируются 600 солдат США. Как заявлено, этот батальон уедет домой только через 3 месяца. НАТО — наш партнер. Мы приехали с тяжелой механизированной техникой, такой как танки «Абрамса-1», чтобы вооружить своих союзников, поддержать их в учениях, а также показать военный потенциал батальона. И хотя сценарий учений изобилует вымышленными географическими названиями, за ними легко угадывается, против кого учится воевать НАТО на восточноевропейской земле. Элементом учения является специальный сценарий, который предполагает 2 вымышленных экономически-политических блока с вымышленными названиями – Висландия и Евроландия. В одном из этих государств наступила дестабилизация, страна потерпела экономический кризис. Такая опасность повлекла за собой серьезные последствия в безопасности всего блока. Евроландия играет роль агрессора, доходит до вооруженного конфликта, и Висландия, наш блок, защищается от врага. Военные маневры под кодовым названием «Анаконда» стали одними из самых масштабных за последние 10 лет. 126 бронетранспортеров, 25 самолетов и 17 кораблей, а еще самыми крупными по количеству солдат и офицеров – 12,5 тысяч человек. Ян Воскресенский, Александра Попова, Леонид Возничук, Рафаль Недельский, 5 канал, Польша.